Нужно двигаться дальше. Ульяновская область много лет сотрудничает с Башкирией в автомобильной, нефти и газовой промышленности, сельском хозяйстве. Но из-за изменений на мировой арене пора активизировать межрегиональную кооперацию. Поэтому ульяновский десант политиков и бизнесменов высадился в Уфе. Кроме губернатора и представителей правительства, приехали руководители 15 местных компаний. Все с одной целью – наладить сотрудничество с башкирскими компаниями. Уже сейчас есть конкретные договоренности и подписываются соглашения о поставках друг другу. Я уверен, что сегодняшний наш такой вот приезд, он, безусловно, даст позитивные результаты как для предприятий Башкортостана, так и для ульяновцев. Уфимский компрессорный завод – предприятие нефтегазохимического машиностроения. Готов сотрудничать по критическим компонентам, узлам и агрегатам. Например, компания УАЗ «Штамповочное производство» планирует предоставить услуги по обработке металлов давлением, резкой и сваркой. Завод оборонно-промышленного комплекса «Моторостроительное производственное объединение» готов сотрудничать с такими предприятиями, как «Промтех Ульяновск», «Халтек», «Глянцтехник» и «Медаус». Ульяновская область – это очень серьезный и крупный технологически развитый регион. Там 85% экономики составляет обрабатывающая промышленность. Очень высокие компетенции в сфере авиационного строения. Поэтому, конечно, нам это интересно. Между регионами уже действуют соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. По итогам встречи стороны договорились эту работу активизировать и наметить план совместных действий на 2 года. И это касается не только экономики, но и других сфер. К примеру, республика готова к совместным туристическим проектам. Я вообще считаю, уважаемый Алексей Юрьевич, ваш приезд будет способствовать также развитию и туризма взаимного, потому что Башкортостан – регион большой, с красивой природой, с развитым санаторно-курортной системой наших санаториев. Поэтому я полагаю, что для жителей Ульяновской области это тоже может быть интересно. Главная задача – придумать удобные, соответственно, туристические продукты. Также коллег из Башкирии заинтересовал большой опыт региона в инвестиционной политике, поддержке бизнеса и созданию особых экономических зон. Посмотреть структуру ульяновского товарооборота и побывать на предприятиях промзоны башкирам удастся зимой. Ответная бизнес-миссия запланирована на январь 2023 года. Анна Тищенко, Улправда ТВ.